Летает очень быстро, как и чувства. Да. Ой, допью. Какой вкусный коктейль. Друзья мои, пока суть до дела, выглядит солнце. Поэтому сейчас пойдем загорать. Ну, я бы не рекомендовала, конечно, нажрано идти загорать, потому что уснете и обгорите. Но вечеринка приобретает иные обороты. Вот так вот я замораживаю лед в пакетиках. И потом его оттуда достаю. Очень удобно. Я, конечно, слабо представляю, чем закончится... Нет, я прекрасно представляю, чем закончится ваш вечер, если вы начнете с коктейля Феррари, продолжите Ламборгини и закончите все вишневой девяткой. Но бог любит троицу. Так, что это такое? Единственный недостаток этих пакетов, то что лед замерзает с полиэтиленом. Поэтому будьте аккуратны. Возможно, в ваших коктейлях окажется полиэтилен. А у полиэтилена период полураспада 100 лет. Ой, же ж, блядь, насвинячила я. Ух ты ж, этот лед по всему столу. Это все производственные моменты. Да, язычок у меня, по-моему, уже заплетается. Ой, такая красивая в кадре прямо. Ух ты, секси-рекси. Друзья мои, мы возвращаемся на райскую кухню Монро. На Феррари и Ламборгини покатались. Пора спуститься с небес на землю и окунуться в украинские реалити. По этому случаю я предлагаю вам выпить коктейль «Вишневая девятка». Ты до нее... Еще раз. Ты до нее спокойно жил. Еще раз. Ты до нее спокойно жил. Спокойно ел, спокойно спал. Интересно, меня вся улица слышит. Для этого нам понадобится, ну, стаканы, понятное дело. Красивые. Плюс это уже стекло. Мартини Росса. Друзья мои, не жлобитесь. Покупайте мартини. Это лучший вермут в мире. Вишневый сок. Пум-пум. Лед. Ну, куда же без льда летом? И вот здесь вот на тарелочке у нас есть еще апельсинчик. По чуть-чуть. Берем мартини. Ну, я тут немножко уже помартинилась капельку. То давление, то нервы. Депрессии летние замучили. Кризис среднего возраста. Вечером хлоп вишневую девятку. Сплю как убитая. Так. Пум-п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 ум. Эле-эле. О, хватит уже, разошлась. Вот вы знаете, я никогда не понимала, почему стыдно пить самой. Я сама не пью, что вы, обязательно нужна компания. Вот вы ждете компанию, находите каких-то уёбков, ушлёбков, с ними набухиваетесь, а потом вам плохо на следующий день. Вот вы знаете, самое главное пить в компании приятных людей и говорить тосты. О, я сегодня тосты говорила? Боже! Точно, я же сегодня дегустатор. Фу, от сердца отлегло. Мы сегодня с Гришей дегустаторши. У нас дегустационный сет. Гриша, я тебе налила чуть-чуть, знаешь? Ты и так уже пьяная, ты уже валяешься всю съемку. Пробку понюхала и увалилась. Друзья мои, здесь приблизительно 80 грамм мартини Росса, здесь 50. Здесь для старших, здесь для младших. Кстати, если вы не поклонники различных миксов, просто наливайте в большой, глубокий, широкий бокал мартини Росса и добавляйте лед, 3 кубика. Раз. 2, 3. Дайте постоять. Вот дайте постоять несколько минут. Ну, пока Бейонсе исполнит один трек. миллилитров мартини Росса. Вишневый сок. Ну, берем осветленный, понятное дело, коктейль должен быть прозрачный. Ой, полилось-то как быстро. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. А что у нас опять капает? Вот это вот, ну, свинота. Вот нет, чтобы сходить за ножом, отрезать уголочек и нормально налить. Извращаюсь. Наливаем приблизительно 150 мл вишневого сока. Если вам нравится покрепче или наоборот послабее, на глаз. Добавляем ледик. Ой, я возьму пальцем, можно? Вот эти вот манеры оставим для реалити вид пацанки до понянки. Ну и апельсинчик, беру большой. Наша волшебная ложечка. Шурум-бурум заклинание. Ахалай-махалай. Пусть тот, кто выпьет этот эликсир, станет на 5 лет моложе. А, так тут и так и пить можно. Тю, дура, зачем я снимала эту ложечку? Пробуем. Аромат любви мани грешным яблоком. Но любовь мани грешным яблоком. Вечных праздников цветет яблоня семь дней.
мартини растворил лед, апельсин сделал свое апельсиновое дело. И вот этот коктейль можно просто цедить по глоточку вечером, глядя на звезды, на своей собственной вилле в Сан-Тропе, где не говорят вокруг на родном языке. Мои дорогие, я неугомонная Монро, желаю вам легкого лета, громких вечеринок, умных мыслей. Живите вкусно, подписывайтесь на канал самый неугомонный. Да хватит уже же неугомонный, честное слово, как будто я вас НЛПирую. Короче, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Если за неделю это видео наберет 10 тысяч просмотров, я, Монро, обещаю... А что я могу вам обещать? Съесть муху. Пока. Вот я дура, я же всегда сдерживаю обещания. Марита, Марита.